Конго высылает посла ЕС в ответ на продление европейских санкций против Киншасы. Соответствующее заявление опубликовало Министерство иностранных дел республики. Еврокомиссии дали 48 часов на эвакуацию объявленного персоной нон-грата дипломата Барта Уври. США и ЕС ввели санкции против высшего руководства Конго в 2016-м, обвиняя власти страны в ограничении избирательных прав граждан и в грубых нарушениях прав человека. Одним из оснований для этого стал перенос выборов президента, что позволило Жозефу Кабиле фактически продлить срок своих полномочий на посту главы государства. Голосование назначено на ближайшее воскресенье, а в начале декабря Совет Евросоюза продлил действие санкций еще на год. В черных списках 14 чиновников и влиятельных политиков страны. Их европейские активы должны быть заморожены. Им запрещено въезжать на территорию Евросоюза. В списках оказался и экс-глава МВД Эммануэль Рамзани Шадари, которого правящая коалиция выдвинула в президенты. В Совете ЕС подчеркивают, что судьба санкций зависит от политической ситуации в Конго, в частности от того, как будут организованы выборы.